Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться очень вкусной, обалденной закуской, друзья. Готовится очень быстро, и я уверен, что если у вас есть дети, они это оценят. Почему? Потому что это реально очень вкусно, а готовится легко и просто, они занимают очень много времени. Начинаем готовить. Поехали! Здесь у меня 900 грамм теста. Это слоеное, бездрожжевое. Не раскатываю пока ничего. Берем терку. Сыр и натираем сыр прямо на тесто. Также понадобятся нам семена кунжута. Теперь беру скалку и раскатываем тесто. Теперь берем нож и нарезаем вот на такие полоски толщиной около 2 сантиметров. И еще раз пополам. И выкладываем все в форму. Форму застелил пергаментом. Отправляю в духовку, обязательно в разогретую. Буду выпекать при температуре 190 градусов примерно 20-25 минут. Скажу так, нужно готовить сразу 2-3 порции. Почему? Потому что первая порция улетает просто за минуту, друзья. Очень вкусно, очень ароматно. Такие же палочки можно готовить сладкие, да и вообще с любой начинкой. Пробуем. Просто супер. Готовится реально очень быстро, легко, но очень вкусно. Друзья, если вам понравилось, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями и, конечно же, комментируйте. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока.